Папа турок, мама немка. Мерьем Узерли явила фанатам пожилых родителей. Трогательный снимок не может не умилить. Мерьем родилась в многонациональной семье. По крови она нечистая турчанка, ее мать уроженка Германии. Узерли прославилась всего одной ролью, зато какой. Именно она сыграла наложницу-славянку Роксолану в «Великолепном веке». Рабыня полюбилась самому Сулейману, и он сделал из нее хирем-султан, одну из самых влиятельных женщин в турецкой истории. Мерьем с юности считалась немкой, хотя в ее доме есть смешение разных культур. Папа турок, вопреки традиционному представлению о вспыльчивости, восточного характера, тихий и робкий человек. Мама немка, наоборот, волевая и отчасти грозная женщина, привыкшая все держать в своих руках. На редких фото можно оценить, на кого артистка похожа больше всего. Как видно, большие серые глаза она взяла от матери, смуглый тон кожи и высокий покатый лоб у нее, по всей видимости, от отца. А вы как считаете? Пишите в комментариях.